Где мой терпяшка? Такой терпеливый. Да-да, сейчас я похвалила тебя, ты будешь терпеливый. Будешь плакать, да? Тут даже почти не насохло. Угу. Ну, уже гноя нет же, да? Да тут не то, что гной, тут грануляция уже активно пошла. Так, чего сейчас пошла? Восстановительная ткань. Ну, скажем, все нормально. Отрезать ничего не будем, короче. Резать тебя никто не будет, малыш. Давай я тебе... Подожди, сейчас обколем, потом будем убирать всякую фигню. Ну, чё а потом всё? Будем мазать, да. Ты что-то сегодня на камеру, ты, короче, это, да, барагозишь? Нет, я им говорю, мужик с большими глазами. Маленький такой, ну, да, смотри, как колем, тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо. Ой, конечно же, да. Ты моя терпяшка. Что, мой хороший? Как Патрикевна. Скоро говорить научится. Угу. Он очень терпеливый. Он такие боли терпел. Тихо-тихо-тихо. А сейчас-то что ты? А ну-ка и, между прочим. Будешь? Сейчас чистить будем, конечно. Ткнула, что ли? Ткнула, что ли? Что я уткнула? Где я уткнула? Угу. Четыре письмо. Раза я уткнула. Письмо. Нет, скажи. Скажи нет, когда да. Тихо, 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 тихо. Убираем, убираем. Тимосик такой, Тимосик терпеливый. Молодец. Это сейчас уберем. Тут шерсть вся коварса. Вот каждая обработка такая вот, но поменьше становится, конечно, с каждым днем. Ну, это ерунды уже нет, по сути. Тогда уже все хорошо. Ну, уже. Уже заживаем. Тихо, 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 тихо. Парнем останешься, не переживай. Резать не будут. Ничего не будем резать, скажи, ничего не будем. Нет. Мазью? Нет, еще не все, я почистила вишню. Вот сейчас. Чуть-чуть. Ну, прям как новый. Почти. А то. Скажи, новый, скажи. Почти что. Да что ты говоришь? Ну надо же, маленький, ты же знаешь, что надо. Все, почти идеально, ну. Терпяшка моя маленькая. Я только тебя нахватила, нахвалила. Обычно молча все терпит. Тут новокаина столько, ну малыш. Ну, в принципе, он орет только из-за того, что его держит. Да, потому что неудобно, не как хочет. Страшно же. Мы-то же все страшные. Давай. Мазим. Мазим, намазим. Парня намазим. Все, на сегодня экзекуция завершена. Скажи, все, скажи, кровит. Ничего, перестань. Все, никто резать не будет, все так пройдет. Зато все твои живые уже.